Добро пожаловать на канал Hardrest Info. Сейчас я покажу вам, как выйти из режима Recovery на Realme GT 2 Pro. Вначале выбираем язык системы русский, а после чего, вернее, английский. Затем просто нажимаем Reboot и нажимаем ОК. И ждем, пока телефон перезагрузится. На этом все. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. До свидания.